О приезде в республику. Что увидели, что вам понравилось? Я очень рад, что я снова в Донецкой Народной Республике. Я вижу, что здесь республика полноценная существует. Un pouvoir politique qui existe. Здесь есть политическая власть. Un pouvoir juridique qui existe. Есть юридическая власть. Un peuple de la République qui existe. Народ в этой республике тоже есть. Donc une nation qui existe. То есть можно сказать, что это целая нация, которая уже полноценно существует. Et en plus, l'élu local que je suis. И как представитель местных выборных органов Франции. Découvre une ville Donetsk. Une ville très propre, très entretenue, bien plus que beaucoup de villes de France. Et je vois que le город Donetsk est un город очень чистый, за ним хорошо ухаживают, ухаживают намного лучше, чем за многими французскими городами. Вы впервые приехали в республику? Je suis venu plusieurs fois avant-guerre et après-guerre. Я приезжал сюда, был здесь до войны, и вот уже когда начались военные действия. Et mon ami Franck Lehrmann, qui est un sénateur honoraire de Belgique. И мой друг Франк Лейнман, который является сенатором Бельгии. Donc m'a accompagné lors de ce voyage. Со мной вместе приехал в эту поездку. Et également, on va s'investir pour la cause de la République de Donetsk. И он тоже теперь будет активно участвовать в деле отстаивания дела Республики Донецка. J'ai également avec moi le maire d'une grande ville de France. Со мной в этот раз приехал также мэр одного из крупных французских городов. La ville de Marignan. Это город Маринян. Qui est la capitale européenne de l'hélicoptère. Которая является европейской столицей вертолетостроения. Donc j'ai fait venir avec la délégation française. И я тоже пригласил его вместе с французской делегацией. Voilà, pour dire que les citoyens de Donetsk doivent savoir aujourd'hui qu'ils ne sont pas seuls, que de plus en plus de gens comprennent la situation, et c'est aussi notre travail en France de faire de l'information. И я хотел бы сказать жителям Донецкой Народной Республики, чтобы они не чувствовали себя одинокими в изоляции, потому что все больше и больше людей понимают ситуацию, и именно в этом заключается наша роль в распространении информации.